Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на новый моб для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем игроке появляется новый моб с ПК-версией Майнкрафта, друзья, и этого моба зовут Husk, да. И выглядит, друзья, у нас... Сейчас, минуточку. И выглядит у нас вот так. Да, очень классная текстура, и если кто-то не знает, то этот моб есть и вправду на ПК. Ну и на наших мобильных устройствах он тоже был добавлен некоторое время спустя. Об этом нам сообщил Томас, друзья. Но в этом моде он представлен у нас как совершенно обычный босс, с которым вы должны сражаться. Ну, друзья, у него очень много ХП, и сейчас он каким-то чудом зарылся в песке. Походу, он у нас убийца, друзья. Так, куда ты делся? Ух ты. У тебя есть телепортация, да? Ты стал Эндерманом, друг мой. И, как видите, иногда он накладывает на нас эффект слепоты. Ну, а также, если это была ПК-версия Майнкрафта, то он давал бы нам, друзья, голод. И если у вас нет с собой еды, то он запросто мог бы вас убить. И этот моб на солнце не горит, друзья, и находится и спавнится он только в пустыне, то есть в жарких местах. Поэтому встретить его вы можете только опять в пустынях. Ну... Как видите, у него очень много ХП, мы уже долго его бьем этим алмазным мечом, но ничего, к сожалению, не происходит. То есть убить мы его практически не можем. Но на ПК, конечно, он совершенно обычный моб, друзья, которого легко убить. Но здесь это, как и сказал босс, да. Ну, все. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.